О последних достижениях и планах на будущее рассказали сегодня на расширенном заседании Президиума Российского исторического общества. Его председатель Сергей Нарышкин подчеркнул, что центральной темой для изучения в этом году станет история гражданской войны. 100 лет назад наша страна была и наше общество были жестоко наказаны за безответственность элит, за их неспособность вести диалог, за их неготовность искать компромисс и находить компромисс. Поэтому сегодня принципиально важно, чтобы память об этой трагедии стала для наших современников такой надежной прививкой от правового нигилизма и от политической инфантильности. Выставки, кинопоказы, конференции, порядка 10 мероприятий будет посвящено истории гражданской войны, а также столетию окончания Первой мировой. На заседании презентовали интернет-проект – сводный указатель личных имен в дореволюционной периодике. Он поможет систематизировать исторические материалы из дореволюционной печати. Также состоялось открытие выставки, приуроченной к столетию российской академической археологии. В экспозиции фотохроники, экспедиции за последние полвека и предметы, найденные во время раскопок. Один из самых ценных – греческий бронзовый шлем 5-го столетия. Именно в таком античные скульпторы изображали богиню Афину.